лошадиные силы, почему, да. 54-го года выпуска примерно, точно я не знаю. Ну, наверняка на год старше лодки. И приезжие там, не знаю, есть станция метро «Электросила» на схеме. Угу. Рядом там завод такой. Это он изготавливает, вот, да? Он изготавливал в свое время такие электрические машины. Сейчас он по-другому называется, что он там изготавливает, я не знаю. Чтобы ими управлять, было две станции. Вот, правая, левая. Это реверс, синий конец вперед, красный назад. Понятно, да, здесь то же самое. Синий вперед, красный назад. Это хода. Малый, средний, полный, самый полный. И машинные телеграфы. Посредством машинных телеграфов командир с мостика, ну, самая швартовка, то есть под электромоторами в надводном положении. Командует тут двум бойцам, какой линии вала, в какую сторону и с какой скоростью ехать. Вопросы есть? А вот это что за электромоторы тоже? Это преобразователь, поскольку из-за батареи на лодке постоянный ток, а он не трансформируется. А там переменный? Нет, постоянный. Постоянного тока. Поэтому они могут быть этими генераторами. Они есть. Моторы, когда дают им... Это когда дизель, да. А когда дизель крутит, тогда генераторы. Вот. Были смешные напряжения, там 110 вольт, 127, 400 герц, там переменные. Вот были преобразователи. С одной стороны 220 постоянные, а с другой стороны какой надо. А что за приборы? Вот а это газоанализатор на СО2. Ну, то, что мы выдыхаем. Регенерация это, была или нет? Да, потом. Конечно, 500 банок регенерации. Вот как раз, когда померили, достигает уже центрального команды. Вручную все, да? Да, снарядить РДУ. Потом доснарядить. И переснаряжать. Вопросы есть? Проходим дальше.